За отмену ЕГЭ высказались 65% жителей Нижнего Новгорода. Такие данные приводит портал «Суперджоп». Среди родителей старшеклассников 76% хотят, чтобы ЕГЭ отменили. Такой же позиции придерживаются и более половины опрошенных учителей. Узнаем у саровчан, что они думают по поводу отмены единого государственного экзамена. Психическая сложность. Типа само отягощение, то, что экзамен скоро придет, а от него зависит вся твоя жизнь. Мне кажется, так. А сама вот система ЕГЭ, как сами экзамены, нормально? Можно ли их сдавать или все-таки надо какая-то другая система? Мне кажется, нормально. Так оставить можно. А в чем преимущество? Не списывают. Ну, хотя кто-то может и списывать, не знаю. Мы учились по старой системе. И мне кажется, надежнее по старой системе. Почему? Ну, потому что больше знаний дают. Нет такой мороки поступать в ВУЗ, ну, как раньше было. То есть могут ученики выбрать определенные предметы, которые им нужны для поступления, для специальности. Вот, и к ним уже готовиться. ЕГЭ, да, за. Вот, это легче намного, чем сдавать все. И нагрузка как бы больше. Давно пора отменить. А почему? А что в нем не так? Это слишком стресса много для родителей и для детей. Очень много. Я считаю, то, что ЕГЭ проверяет в основном не знания, а то, что нужно было заложить. Вот то, что по программе указано, все идет под один стандарт, вот как на станке все идет, и все должны знать одно и то же, все должны уметь одно и то же. Нервы больше в случае трепают, потому что по большей части заставляют учителя заниматься. Даже если тебе это не надо, как бы та же самая математика, профиль, база делится. Ну и то же самое образование, куда потом поступать, там же нельзя поступить в какой-нибудь технический вуз без профиля. А кому-то просто на самом деле профиль, ну, сильно не получится сдать на хороший балл. Не, не нужно. К ним, мне кажется, все настолько же привыкли, что даже я как преподаватель сдавал в свое время ЕГЭ, и все было, в принципе, нормально. А в чем преимущество системы ЕГЭ? Гораздо шире диапазон оценок. Соответственно, можно не только тройку, четверку, пятерку ставить, но и любые промежуточные значения. Мнения насчет единого государственного экзамена разделились. Среди молодых людей кто-то считает, что у ЕГЭ больше преимуществ, а кто-то считает, что единый государственный экзамен приносит много стресса и не совсем объективно оценивает знания школьников.